Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам. Сейчас покормим петуха кукурузой. Есть у меня такой ручной петушок. Значит, поговорим сегодня о канарейках. Рассмотрим такие вопросы. Многие спрашивают, когда канарейка начинает нести яйца. Сейчас пойдем к канарейкам, обговорим все это дело. Потом вопрос, если самка не кормит птенцов, как помочь птенцам, там, в какое время целесообразно помогать, а когда уже поздно помогать, это будет второй вопрос. Ну и немножко покажу вам, какие разные цвета бывают у птенчиков. Допустим, желтый самец, красная самка, а птенчики получаются и кофейного цвета, и шоколадного цвета. Так что сейчас идем к канарейкам, петуха уже покормили. Кстати, это будет новая тематика скоро. За место ловли лесных и певчих птиц, сейчас же сезон ловли подходит к концу, буду снимать про таких замечательных кур. Также скоро будет выставка в Кропоткине. Поеду на выставку, возьму еще новых кур, других цветов, других пород. А пока что вот адлерское серебро. Ну все, друзья, не будем терять время. У петуха аппетит хороший. Отправляемся к канарейкам. Вот мы с вами снова у канареек. Лампочка так и горит у этой канареечки, потому что у нее все не ладится. Ну, по порядку обо всем сейчас вам расскажу. Итак, друзья, спрашивали меня часто, когда самки канареек несут яйца. Вот, допустим, сели с самцом, она сидит, самец ерит, ухаживает. Самка активно строит гнездо, но яиц нету. Сейчас я вам примерно покажу. Вот у меня сейчас на примере будет 5 самок. Разберем, посмотрим. И у каждой самки абсолютно разное поведение. Вот это перед вами самка сейчас сидит. Она с самцом просидела, значит, согласно моему конспекту, эта самка с самцом села 17 марта. 17 марта. Не с той стороны начал считать. Значит, эта самка с самцом села 8 марта. 8 марта. А 17 марта канарейка снесла первое яйцо. То есть у этой самки получилось так. Следующая самка. Вот перед нами самка. Клетка номер 6. Вместе с самцом эта самка села 14 марта. Яиц не было. Самка активно строила гнездо. Я думаю, может, самец какой-то грустный. Взял самца, пересадил в другую клетку, посадил ей другого самца. Итак, 8 марта новый самец у нее. Сегодня у нас уже 18 марта. У канарейки ни одного яйца. Я забрал у нее самца, с которым она сидела, второго уже проверенного самца, вот сюда посадил, вот он проверенный этот самец, посадил этой самочке. Здесь, повторюсь, с 14 февраля эта самка не снесла ни одного яйца. При этом она каждый день интенсивно строила гнездо и сидела в гнезде достаточно долго. Сперва по полдня сидела в гнезде, потом сидела по целому дню в гнезде. То есть вы видите поведение самки. Так, следующая самка. Значит, тем временем, пока шестой номер самочка, будем говорить, бездельничала, вот эта самочка в первом номере, первый раз она села вместе с самцом 5 января. 9 января она снесла первое яйцо, то есть буквально за 4 дня. И 25 января у нее вылупились птенцы. Затем она выкормила птенцов, я птенцов отсадил. И, значит, самка делает вторую кладку 14 марта. У нее вылупляются, то есть у нее новые яйца она несет. И 28, 29
1 марта у нее вылупляются птенцы. На сегодняшний день эта пара кормит 4 птенца. Вон они сидят. Так, следующая самка. Эта самка в клетке под номером 2 зарекомендовала себя тоже довольно-таки неплохо. Вместе с самцом она села 9 января. 17 января она снесла первое яйцо. И 2 февраля у них получились уже птенцы. В настоящее время самка сидит на второй кладке. Ну а вторая кладка у нее получается, она самец присутствовал, она проводила своих птенчиков от первой кладки и начала нестись вторую кладку. Сейчас у нее снова вылупились птенцы. Кстати, вчера вечером, сегодня утром у нее вылупились птенцы. Попозже видео покажу. Ну и посмотрим, разберем тему в плане кормления. Так, и еще у меня есть самочка вот в номере 5. Самка в номере 5. Здесь вообще, вы видите, и лампочка горит. Тут много внимания, но самка не оправдывает своих надежд. Вместе с самцом она сидела 17 января. Нет, не так. Вместе с самцом она сидела с 9. Минутку. Снова начал не тот конспект смотреть. Значит так. Номер 5 вместе сидела с 17 января. 22 было первое яйцо. Вот. Затем ей стало плохо. На втором, на третьем яйце самка сидела на полу нахухлена. Я установил лампочку. Самка пошла на поправку. И снесла эта самочка 6 яиц. Затем эти 6 яиц вылупились прям все 6. Одного птенца она раздавила, второго птенца она перестала кормить. Четверых птенцов она кормила примерно неделю, а потом просто бросила. Я думал, она отказалась от них, а она что-то начала. То ли ей плохо стало, то ли... Но я самца убрал, ей, видимо, сгрустилась. И птенцы сошли с дистанции, будем так говорить. Сейчас у этой самки новый самец. Она опять активно строит домик. И сейчас я попытаюсь с этой самкой получить птенцов, не убирая самца. То есть она одна не справилась с выкармливанием птенцов. Она покормила их какое-то время и отказалась. Птенцы испортились. Теперь у нее новый самец, да. И будем наблюдать, как эта самка... Возможно, она вместе с самцом выкормит, потому что... Сейчас вам покажу, что тут происходит. Значит, потому что... Вот... С этой самкой сидел самец долгое время. Она не неслась. Вон, спряталась за кормушку. Вот ее самец. Желтый. Этого самца я посадил этой самочке. Думаю, она сейчас докормит птенчиков со второй кладки и пойдет на третью кладку, чтобы он оплодотворил эту самку. И были птенцы уже другой крови. Я посадил его сюда. И что я наблюдаю? Птенцы. Это самочки. Этой самки. И этого... Где он? Самца. Вот это птенцы от этой пары. Но новый самец, которого я подсадил, он прекрасно помогает кормить птенцов. То есть, друзья, самца можно подсаживать, убирать, тут нет ничего страшного. Но имейте в виду, что бывают самцы агрессивные, которые могут бить. Ну, в основном они самок гоняют. Редко-редко бывает такое, что самцы обижают птенцов. Ну, в общем... Все-таки наблюдайте, когда подсадите самца. Здесь самец им вообще не родной, но сам наблюдал, что он помогает. Он поел, вот здесь кормушка у них, яйцо по полу гоняют, и он затем кормит птенчиков. То есть самец помогает кормить. Если у вас самки плохо кормят птенцов, возможно, надо этой самке самца не отсаживать. Пускай вместе, потому что первые 2-3... Бывает, первые 4 дня должна самка кормить, а потом самец подключается. И вместе они выкармливают лучше. Но есть такие самки, которые сами кормят. Вот у меня эта самка сама выкормила. Ну и эта, в принципе, кормила сама. Я самца и поменял. Так, сейчас покажу сегодня. Вчера вечером, сегодня утром. Вылупились птенцы в этом номере. У этой самки самец был абсолютно желтый. Первых птенцов они дали тоже желтых. А сейчас у нее вылупились какие-то прям чуть ли не красные.
Вот, видите, это птенчики вылупились сегодня утром. Сейчас у нас уже 4 часа дня. Птенцы высохли. Обратите внимание, как птенцы открывают рот. То есть птенцы еще полны сил, и они вон накормлены, шеи накормлены, видите? Если вы, к примеру, целые сутки не будете наблюдать этих птенчиков, или самочка птенчиков не покормила в течение суток, а на второй день вы обратили внимание и начали производить какие-то манипуляции с птенцами, например, берете шприц и хотите покормить, а птенцы не открывают рот, клюв, значит, птенцы ваши уже ослабли. Надо раньше. Хотя бы в тот же день, когда птенцы вылупились. Допустим, утром вылупились, после обеда надо наблюдать. Согнать самку с гнезда, там, поставить угощение, поставить лакомство. Вы должны знать, что лучше любит ваша самка. А если вы, допустим, этот момент упустили, и самка не покормила, может быть, потому что было нечем кормить, может быть, потому что просто самка не покормила, в течение суток птенцы могут ослабнуть, и на второй день уже бессмысленно. Там будет обратный отчет, и птенцы тоже отойдут. Ну вот это по поводу кормления. То есть надо способствовать самке, если она... Тем более, если она первый раз, если вы ее не знаете, то надо наблюдать. Это вот мои молодые птенчики. Вот, кстати, Чубатик, по-моему, тоже самец. Вот он сейчас летает и маленько хочет трель включить. Самки так не делают. Вот здесь у меня уже отсаженный кинорочек есть. Первенец в этом году. По поводу окраса хотел бы поговорить, потому что такая интересная тема. Я вот сам... Мне как-то раньше опытные коноводы, которые занимаются именно вот направлением окраски, там вот кого с кем скрестить, какой цвет получится, говорили то, что надо обращать внимание на окраску бабушки, дедушки. А если, допустим, желтые родители, не обязательно, что у них получится желтые птенцы. Так вот, у меня получилось такое. Значит, вот смотрите. Вот это брат и сестра. Вот этот кеннер. И этот. Этот условно оранжевый, а этот оранжевый, но немножко с пятнами. Вот. Значит, у него отец. Вот он, его отец. Это отец. А это мать. Вот, это мать. А вторая кладка, расцветка, я вам сейчас покажу, какие получились. Там получилось 4 птенца, один из них даже шоколадный. Как сделать, чтобы видно было? Вот он там самый спрятанный. Шоколадный птенчик. Я не знаю, как достать. Я боюсь доставать, потому что могут сейчас просто выпрыгнуть с гнезда и назад не вернуться. А тут еще достаточно холодно. Вот сегодня дует погода, ветрено, и прям здесь заходишь, чувствуется легкий дискомфорт. Значит, смотрите, вот условно вверху слева одним глазом на нас смотрит абсолютно желтый. Потом правее берем, вон моргает глаза, видите? Он такой примерно, как его и отец. А вот под ним у бортика, я не знаю, видно? Шоколадная окраска, такого первый раз получилось. Когда-то у меня такие были, когда я скрещивал белого и желтого. А здесь получается без белого, без желтого получился какой-то шоколадный. Вот он. Попробуем достать аккуратно сейчас. Он получается младший и немножко его, вот видите, хочет выпрыгнуть. Вот абсолютно желтый, а этот шоколадный. Он не вылазит. Такой у меня первый раз цвет получился. Вот, видите какой? Он как бы не коричневый, а как молочный шоколад. Вот. Вот и, казалось бы, вам расцветка. Кто в кого пошел, непонятно. Друзья, подведем итоги сегодняшнего видеоролика.
Значит, самки несут яйца абсолютно все по-разному. Абсолютно все по-разному. Есть такие, которые даже не несутся. Вот у меня одна есть представительница таких, которые не несутся. Есть самочки-умницы, которые на третий, на пятый день несут яйцо. Кстати, брюшко у этой самки налито, набухшее. То есть, в принципе, при визуальном осмотре самка вполне готова к размножению. Она и таскала перышки, и строила гнездо. Но это все длилось до такой степени долго, что я убрал у нее и гнездо, и самца, и все. Пускай сидит, потом посмотрим, что она себя представляет. Так. Это по самкам, я думаю, понятно. Что-то, если непонятно, недостаточно объяснил, можете написать. Я вам еще буквами напишу, почитайте. Себе конспект сделаете, может, поймете лучше. Возможно, да. По поводу птенцов. Если самка не кормит, то надо подкармливать, желательно в первые сутки подкормить. Там через, ну, как птенцы высохнут. Мокреньких можно еще не кормить, а вот как высохли, так ориентируйтесь. И хотя бы одну капельку корма, который вы приготовите. Это может быть желточек яичный. Яйцо, кстати, варите минут 10, если домашнее. Если магазинное, то минут 15 варите. Вот, и подкармливайте птенцов. Можно подкармливать детским питанием. Тоже очень хорошо. Детское питание, у меня есть видео, там яблоко с морковкой, по-моему, если я не ошибаюсь, яблоко, творог. Сейчас появилось еще новое детское питание, вернее, давно было, но я его взял на вооружение, мне посоветовали курица, кабачок. Детское питание, курица, кабачок. Тоже очень хорошо получается на таком детском питании кормить птенчиков канареек. Ну и все. По поводу кормления. Больше ничего сделать невозможно. Если самка вот категорически отказывается кормить, через там 3 дня вы кормите, и она не подключается, 5 дней вы кормите, и она не подключается, просто продайте эту самку, подарите эту самку или поменяйтесь. В общем, избавляться от таких самок я рекомендую. Толку нет. А вон там, видите, дом строит, гнездо, вернее, строит. Так, по поводу кормления ясно. Кстати, здесь сегодня первый день, только яйцо. Завтра уже буду давать морковку. Или пророщенку. Ну, пророщенки сейчас сегодня почему-то перебой с пророщенкой. Все съели, нету. У всех яйцо. Сюда сейчас добавлю морковки. Им можно, в принципе, уже каждый день морковку давать. А вот этим, кто вылупился, ну, в принципе, можно и сегодня морковку дать. Но завтра точно дам. Так, по поводу окраса. Почему я заговорил за окрас? Потому что у меня в планах в этом году развести желтых канареек. Вот хочу желтых, таких лимонных. Но пока, видите, желтых. Вот одна у меня получилась чисто желтая. Потом у нее брат с сестрой. Ну или как, я пока по полу не знаю. В общем, с одного одногнездочки у нее получается один желтый, вон край пера черный. И вот у стенки сидит слегка такая морковинка, как будто на ней. Вот. Этот тоже морковный будет, постиг, с каждым днем набирает цвет. Чисто желтый только один. Сейчас я вам еще покажу, здесь есть самец. Вот этот самец чубатый. Посмотрим, кого он даст с этой самкой. Сейчас я вам показывал желтого. Вот эту троицу, это от этого самца и с той самкой. А здесь он пошел к этой самке, это новая будет пара. Вернее, новая самка и будет тоже новая кровь. В общем, на этом видео подходит к концу. Подписывайтесь, продолжение следует. Всего доброго и до свидания.